Hello everyone, welcome back to my channel. Today we're gonna do another reaction. The reaction is the Russian girl. Her voice is really nice. I like her voice. So that is from Russia. So let's watch and please subscribe my channel. So check out my video. It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Я Наргиз Закирова, мне 42 года, 4 года первый раз вступила на сцену, я поняла, что это моя жизнь. Я родилась и выросла в Узбекистане, в Ташкенте, и в 95 году переехала на постоянное жительство в Нью-Йорк. Я никакой субкультуре не отношусь, татуировка – это часть меня, а то, что у меня отбритая голова – это просто какая-то элементарная прихоть. Наши мечтают пробиваться там, почему вы здесь? Там я, в принципе, состоялась, да, но, посмотрев проект в прошлом году, мне очень захотелось поучаствовать в этом празднике. Я точно такой же человек, как и все. Несмотря на эти татуировки, на этот брутальный вид, я точно так же могу и плакать, и смеяться, и быть доброй, и быть злой порой. Опасное творчество – это банальность. Вы выглядите не банально. Для меня это уже знак, что за вами надо следить. У меня было уйма выступлений, но перед каждым выходом на сцену у меня, конечно, есть мандраж. Я себе желаю быть самой собой прежде всего. Когда тебе зритель верит, это настоящий успех. Oh, wow. Ooh. To win back your love again. Amazing. Amazing voice. I will be there. Love, oh love. You should be a throwaway away. Wow. Amazing. It's a nice voice. Oh. Вау. Спасибо. So guys, it's that girl from Russia. I like her voice. So tell me how about my reaction in my comments. So please subscribe my channel. Love you all. Take care and bye bye.